Привет. Салют. А вы откуда? Екатеринодар. Екатеринбург? Екатеринодар. А ты где, Новосибирском где-то? Краснодарский край вообще-то. Какие темы обсуждаете здесь? Так, мне кажется, лучше мне под вас подстроиться, потому что вы же тут что-то тут такое мутите. Чем я мучу? Ну, сколько у вас сейчас это в стриме? Нисколько. Ну, обманывайте меня, наверное. Как вы думаете, когда война закончится? Чего? Когда война закончится? Ну, когда Украина капитулирует. Это никогда, значит. Значит, никогда не закончится. Нет. Ты пойми, Украина бьется за свою родину. Ты знаешь, кстати, где Илья Муромец похоронен? Как тебя зовут? Меня Сергей. Ты знаешь, Сереж, где Илья Муромец похоронен? Сереж, смотри, а ты вот, ну, умный человек же, правильно? Для тебя и Сергей Александрович. Сергей Александрович, не, насрать. Серега, ты умный человек вроде, да? Какие вопросы? Смотри, вот скажи мне, вот если Российская Федерация начнет проигрывать, как думаешь, полетят ли ракеты? Я думаю, что нет. Ты пойми, она же может проигрывать по-разному. В результате гражданской войны, в результате войны на своей территории. Что она будет? По Брянску, по Белгороду бить? Или по какой территории она будет? Я думаю, полетят. Так ты понимаешь, что американцы здесь все испепелят, если Путин пульнет оружием ядерным. Конечно, понимаешь? Да всем пизда. Тебе, мне, всем пизда. Пизда будет твоим детям. В первую очередь. Ты их похоронишь от лучевой болезни, блядь. В том числе. Вместе со своей женой и вместе со своей мамой от лучевой болезни. Сначала их похоронишь, блядь. А потом сам медленно сдохнешь. Вот и все. Но после того, как ты сдохнешь, Серега, да. Этого я все... А то вы все думаете, что про ракеты, что куда-то вы ракеты запустите, Путин там куда-то запустит. Он 3 раза в штаны помочится, прежде чем их запустить. Сереж, ты дурачок. Ну да. Это ты дурачок, если ты не понимаешь этого.